Как всегда, с размахом отпраздновали Масленицу в Марфино. На площади перед Центром культуры развернулись интерактивные представления, народные забавы и веселые конкурсы. А девиз Масленицы в этом году звучал так – «Охма-хохма». Несмотря на такую погоду пасмурную, у нас люди сегодня пришли, детей очень много, занимаются всякими мастер-классами, но это же замечательно. У нас Масленица такая же интересная, как и в прошлые годы, как и всегда. В этом году у нас очень много интерактива для наших гостей. Это очень интересный конкурс с ходулями, это лыжи, это интересный лабиринт. Также каждый может забить гвоздь в пенек, попытаться сделать это огромным-огромным молотком. Большая горка под названием «Крепость», соревнования для детей, самовар для фотосессии размером в 5 метров. Каждый мог найти себе развлечение по душе. Марфинцы из участия в конкурсах получали блинкоины, которые могли обменять на подарки. А главным угощением праздника стали, конечно, блины. Отведать их могли все гости бесплатно. А завершились проводы зимы традиционным сжиганием чучела.